Всем привет! Привет. Сегодня мы будем плести пчелку из резинок. Подготовьте рогатку и крючок для плетения из резинок. Такая пойдет? Да, подойдет. Угу. Для начала берем одну черную резиночку. И прокручиваем на правом столбике в три оборота. Вот раз, два и три. И три. Должно быть четыре слоя или три? Три. Еще раз. Дальше. Беру две резиночки желтого цвета и накидываем на два столбика, вот так вот. Скидываю нижнюю черную резиночку в середину. Вот так подхватываю крючком. И тяну в серединку. Вот так. Получилось? Дальше беру две резиночки черного цвета и накидываю на два столбика сверху. Скидываю нижние желтые резиночки в середину с правого и с левого столбика. Получается? Молодец, Наталья. А, только расплети, пожалуйста, один рядик. Должно быть две желтенькие резиночки, не одна, а две. Молодец, Марта, у тебя все правильно. А, да, ребят, еще когда мы будем делать усики для пчелки, подготовьте ножницы, они нам понадобятся. Дальше беру еще две желтенькие резиночки. Одну пару, то есть, и накидываю на два столбика сверху. Дальше скидываю нижние черные резиночки в середину, с правого и с левого столбика.
Молодец, Наталья, у тебя все правильно. Дальше беру одну черную резиночку и накидываю на два столбика сверху. Только одну черную резинку. Скидываем на нее нижние желтые резиночки с правого и с левого столбика. Вот так должно получиться. Молодец, у тебя все правильно, Наталья. Дальше. Подхватываю крючком резиночку с правого столбика, вот так, и перекидываю на левый столбик. Получилось? Марта, покажешь? Молодец, все правильно. Дальше подхватываю эти обе резиночки крючком и снимаю с рогатки. Вот так подхватываю внутрь и снимаю с рогатки, чтобы наша пчелка была на крючке. Дальше резиночка, которая дальше от самого крюка, то есть вот это ближе к этой части, а вот это дальше, нам нужно ее просто скинуть через крючок. Вот держим пальцем и вот так вот просовываем внутрь сам крючок. Дальше тянем вверх то, что у нас осталось на крючке, затягиваем. Вот так. Дальше ножницами отрезаем вот тут вот эту петельку, чтобы были две полоски. Вот так. Это у нас будут усики пчелы. Можно их сделать покороче. Сейчас будем делать крылья. Вы успеваете? Хорошо. Дальше беру две беленькие резиночки. Вот так в руки. И просовываю внутрь них крючок. Вот так. Берем нашу пчелку и отсчитываем от начальной петельки нашей пчелы. Раз, два, три. В третий рядик. Просовываем крючок с нашими резиночками. Вот так. Чтобы резиночки оказались внутри пчелки.
Так. Вот так. Чтобы с двух сторон пчелки была беленькая резиночка тут и тут. Дальше просто вытаскиваем крючок из пчелки и расправляем ее. Молодец, Наталья, у тебя все правильно. Красивая очень пчелка получилась. Вот такая вот у меня. Если как-нибудь поменять цвета, то можете сделать муху, допустим. Есть еще какие-нибудь вопросы? У вас есть какие-нибудь вопросы? Получилось? Да. А можно сделать бабочку? Бабочку можем сделать на следующем уроке. Добавить резиночку? Да, хорошо. Так, Марта, у тебя получилось? Молодец, красивая пчелка. Всем спасибо, что пришли на мой урок. Всем хорошего дня. Отправляйте фотографии вашей пчелки в чат. Поблагодарим. Спасибо.